Пай Малы. Однажды весной Мала вместе с приятелями пошел в одно из ближайших селений погулять. Он увидел там прохладные родники, журчащие реки, зеленые холмы. Одним словом, цветок звал цветок, соловей соловья. Посмотришь и глаз не оторвешь. Приятели решили остаться там на неделю, как следует погулять, и каждый из них обещал внести свою лепту в общее веселье. Один сказал: доставлять хлеб всю эту неделю я беру на себя. «Мясо с меня», — сказал другой. «Сладости», — пообещал третий, — «за мной». Все обязанности были распределены, очередь дошла до Малы, и все взглянули на него, ожидая, что же он возьмет на себя. «Если вы вздумаете здесь пировать не только неделю, а целый год, — сказал Мала, — я обещаю ни на минуту не покидать вас. Если же покину, пусть меня обзовут самым недостойным прозвищем, какое только есть на свете».